О том, как влияет работа ливневок на экологическую ситуацию и что с этим делать, обсудим с гостем студии. У нас в гостях эколог, член общественной палаты Кировской области Тамара Шихмина. Добрый вечер. Вечер добрый. Тамара Яковлевна, ну, сейчас общественники обратили внимание на то, что ливневки работают неправильно и, как следствие, загрязняют реки. И это насколько серьезная проблема? Знаете, проблема эта действительно очень серьезная. Но прежде всего, вот если, допустим, сравнивать, чтобы вы представляли, что такое ливневка на сегодня, значит, в нашем городе, в области, вернее, в начале, 121 респондент, который участвует в сбросах сточных вод. И примерно сбрасывается порядка 118 миллионов кубических метров в водоемы. И если сравнить нашу реку Вятку, уважаемую, дорогую, то в нее сбрасывается порядка 50% от этих 190, ну, 49 миллионов кубических метров. То есть это очень большой объем. Но это сточные организованные воды. Так вот, если говорить о ливневке, о которой мы обсуждали, то ливневка и масса сбросов загрязняющих веществ от ливневки порядка 1,5-2 раза больше, чем от сброса сточных вод. И, конечно, это очень серьезная проблема. Причем ливневка, она, в общем-то, здесь надо рассматривать все стоки. И ливневые, и талые, и дренажные, диффузные стоки, источники. Это и сельхозугодья, и полигоны, где дренажные воды стекают тоже туда. То есть объем очень большой. И сети городской в городе Кирове, вот канализационной сети по ливневке, не организована. Конечно, если вот так объективно смотреть, часть участков есть на центральных дорогах, некоторые, допустим, канализационные сети имеются, вот, есть в новых микрорайонах, но настоящие серьезные сети, системы канализационной очистки сточных вод, тем более в городе 28 выпусков только ливневых вод, от ливневки. А какой выход из ситуации? То есть, насколько мне известно, вы не предлагаете выделять деньги на текущий ремонт? Нужно полностью модернизировать систему? Абсолютно правильно вы говорите, что, безусловно, нужно, во-первых, инвентаризацию провести, потому что уже этой сети 40-50 лет, и вы сами понимаете, как город развивается и насколько все изменилось. Далее надо разработать техническое задание о создании всей системы сети ливневой канализации. Далее нужно обязательно продумать пути мониторинга рек, куда впадают эти стоки. Безусловно, нужно поставить на баланс города всю систему вот ливневой канализации. Системы. Пока этого не сделано на сегодня. И практически многие даже предприятия ведь уходят от работы по ливневой канализации. И вот мы, например, считаем, что обязательно должна быть такая разработана система, значит, которая позволит в дальнейшем, ведь если она будет разработана, утверждена и на баланс города поставлена, то это даст возможность предприятиям выступать на абонентской основе. То есть они будут абонентами этой системы, и они будут платить за это дело. А сегодня предприятия не хотят платить, потому что в ливневку поступает не только их отход, ну, стоки, а и близлежащие территории от предприятия. И они говорят, это не все наше, как говорится. А там уже будет стоять очень серьезно этот вопрос. То есть в идеале все ливневые стоки, в том числе, должны вся эта вода должна проходить какую-то очистку? Конечно, на выходе, безусловно. В реку. Безусловно. Перед тем, как она сбрасываться, значит, она должна проходить очистку. И вот, кстати, об этом тоже решался вопрос, что можно было бы, допустим, договариваться с водоканал нашим городским, который мог бы, допустим, пропускать, значит, хотя бы какие-то объемы на определенных договорных условиях и так далее. Это надо все решать. Или создавать новую систему. Тамара Яковлевна, спасибо, что пришли, ответили на вопросы. Ну, а мы продолжаем.